Несколько часов назад скоропостижно умер мой друг Валерий Арутюнов. Не выдержало сердце. Мы с ним дружили со студенческих лет. Но это не только моя личная потеря. Это потеря для всего Харькова. Он был человеком, влюбленный в свой город. Харьков стал делом его жизни. Он был прирожденным строителем. Трест «Жилстрой-1», в руководстве которого Валера работал многие годы, вместе с нами построил много важных объектов, которыми гордятся харьковчане. Во время войны он многое сделал для того, чтобы сохранить наш город. Его уход – страшный удар для всех, кто его знал, с кем он работал. Его уход – ужасный удар для его семьи. Его уход – моя боль».